Здравствуйте, представляю вам мой новый проект. Цель проекта является осуществить безаварийную работу циркуляционного насоса ВИЛА ТОП-40, регулирование его по изменению давления тепловой сети с помощью программируемого реле OVEN PR200 в среде программирования OVEN Logic. Давайте рассмотрим схему, которую нарисовал. У нас имеется насос, два датчика по давлению, один соленоидный клапан. Еще есть обратный клапан, чтобы не продавило обратную сторону на насос. Так, рассмотрим датчик номер один. Он подписан как P1. Датчик давления сухого хода, я его так назвал. Если контакты на нем будут замкнуты, соответственно, в трубопроводе до насоса имеется давление, равное заданному настройке самого датчика. Предположим, что 4 килограмма. Соответственно, насос будет работать по логике, которую я выстраиваю. Если давление будет ниже 4 килограмм, допустим, 2 килограмма, соответственно, контакты разомкнутся и насос остановится. Этим самым мы защитим этот данный насос ВИЛА ТОП-40 сухого хода. Давайте посмотрим регулирование, рассмотрим. У нас имеется соленоидный клапан и насос. Датчик P2, датчик давления подпитки. Если у нас давление после насоса и после соленоидного клапана будет ниже 4 килограмм, а срабатывает вот этот датчик P2. Но если у нас насос толкает и выдает 6 килограмм, так и датчик настроен, допустим, под 6 килограмм. Если будет предел срабатывания от 6 до 4 килограмм, вот ниже 6 килограмм, когда будет, включается циркуляционный насос и открывается соленоидный клапан. Когда давление уравняется до 6 килограмм, контакты реле разомкнутся, и соленоидный клапан мгновенно закроется и отключится циркуляционный насос, чтобы не расходовать электроэнергию. Так, вот я на OVEN Logic написал программку, сейчас я ее открою. Вот она. Давайте ее запустим. То есть мы нажимаем на панели PR пуск. Видите, у нас на пуске, на выходе ничего нету. Потому что давление на датчике номер 2, как вы помните, в норме. То есть, допустим, 6 килограмм. Нигде утечек нет. Вот, допустим, произошла утечка. Сработала. Но если до насоса трубопровода давление стало ниже 4 килограмм, сработала авария. Выключился насос. Соленоидный клапан у меня запитан на один конец, на один выход, точнее. Сработала авария на OVEN PR200. Ну, так, на этом вроде все. Спасибо большое за просмотр. Подписываемся. Не забываем.